Добрый день, дорогие зрители! С вами передача «Фокус на человека». Здесь приглашенные специалисты экспертного уровня помогают разобраться, где правда, а где ложь, когда речь идет о человеке, его проблемах, его психологии, его природе. И сегодня мы с вами говорим о проблеме бесплодия. Сейчас по статистике количество семей, испытывающих трудности с зачатием, уже составляет от 10 до 20%. И эта цифра продолжает расти. И я представляю нашего сегодняшнего гостя. Это кандидат психологических наук, сертифицированный арт- и гештальт-терапевт, мастер психодрамы, автор множества книг, методик, тренингов Римма Павловна Ефимкина. Здравствуйте, Римма Павловна. Добрый день. Римма Павловна... Рада вас видеть. Да, мы слышим. Римма Павловна живет и работает в Новосибирске, в Академгородке, и впервые принимает участие в нашей программе. Римма Павловна, здравствуйте еще раз. Давайте с самого начала посвятим наших зрителей, в принципе, в то, что называется бесплодием, какие виды и как ставится диагноз. Диагноз бесплодия ставят врачи, а не психологи. А к психологу приходит клиентка или клиент уже с готовым диагнозом, и как там его поставили, это его история. Вот он уже приходит с тем, что есть. А психолог работает, по сути, не с диагнозом, а с его речью. Очень важно то, как клиент сам рассказывает о своем бесплодии. И психолог слушает речь и по речи диагностирует не то, может или нет иметь детей клиент, а какие блокирующие установки в его сознании. И работает психолог с сознанием, а не с телом. Это очень важно. А в вашей книге про бесплодие, про вопросы, связанные с этой темой, «Как дела, пока не родила», я прочитала такую замечательную фразу, цитирую примерно, да, что если пара не прошла еще психолога или психотерапевтическую помощь, работу с психотерапевтом, то считать, что сделано все для того, чтобы решить этот вопрос, нельзя. Правильно я понимаю эту фразу? Да, я тут готовилась к передаче, вот свою книгу взяла. Ну, это одна и та же книга, только разные издания. Вот это первое, вот это второе. Вот, я там написала такие вещи. Вот, когда ко мне приходят клиенты, и они говорят, мы перепробовали все. А цитата там такая, я им говорю, пока вы к психологу не сходили, не попробовали ни медицинские способы, не говорите, что вы перепробовали все. Есть, ну, вот такой вот щадящий, очень гуманный метод, который касается только изменения установок сознания. И все, ничего не надо с телом. Тело само подключится, все поймет, как только человек что-то как-то по-другому начнет думать о том, о материнстве, о генеративности, да, ну вот есть слово бесплодие, а какой антоним? Там плодие, да, нет такого слова. Генеративность, способность к творению. Угу. Вот эта способность к творению, к творчеству, она заложена изначально в человеке. Но установки могут быть разные, например, там вот человек может там считать себя бездарным, там неспособным и так далее. Вот изменить установку – это значит как-то по-другому на это взглянуть. Ну, там такая самая-самая такая вот общая установка на эту тему. Вот Господь создал нас по своему образу и подобию. Господь – творец, да? То есть человек, созданный по образу и подобию отца своего, вот он творческий, он тоже творец, он способен творить. Это не только создавать детей, это создавать себя самого как личность, как индивидуальность, как непохожего ни на кого, но уникального. Это создавать идеи. Вот это называется активирующая установка. Там, чувствовать себя способным творить. А там «я не способен» – это блокирующая установка. Вот как только человек поменял блокирующую на активирующую, тело подстраивается, оно тоже способно творить. Я более-менее представляю, что за вот этой фразы, когда человек говорит, да, ну, допустим, или за результатом я поменял установку, лежит огромный пласт работы, не разовый, не недельный, не двухнедельный, не даже, может быть, не месячный, а годами. Вот человек пришел, я слушаю его внимательно, и кому-то нужна одна единственная сессия, ну, то есть 60 минут, один час, а кому-то, ну, вот если есть какая-то статистика, количество сессий, да, ну вот самая-самая такая длинная, самая долгая работа, это в течение 3 лет,
один раз в неделю, один час в неделю. Ну, это вот, вот длиннее еще не было у меня. А так вот где-то диапазон от одного часа до трех лет. И вот совершенно правы те, кто, ну, там, так же, как вы, считает, что, да, установка, ну, звучит очень легко, просто поменял установку, да, ты здоров. Да, звучит это так, но вот Карл Юнг говорил когда-то, чтобы у человечества произошло маленькое-маленькое превращение к сознанию, должны быть для этого совершены крестовые походы, мировые войны. Но только тогда вот чуть-чуть сознание изменится. Ну, это мы говорим о человечестве. Но про человека конкретного, вот клиента моего, то же самое. Вот чтобы у него вот этот вот перещелк произошел с блокирующей установки на активирующую. Ну, там ему не нужны крестовые войны и походы и мировые войны. Но вот в чем сложность работы? Сложность в том, что он испытывает сильнейшую эмоцию. То есть он испытывает душевное потрясение. И вот это вот потрясение, оно ну, как бы вот включает тело в работу. В телесно-ориентированной психотерапии есть вот такой пример, такой эффект опоссума. То есть такое животное опоссум. Ну, я не зоопсихолог, вот за что купила, зато продаю. Вот с ним что-то случается, там вот хищник на него нападает. У него есть такая способность как-то вот упасть и притвориться мертвым. Вот он лежит какое-то время, к нему охотник теряет интерес. И когда становится безопасно, то вот в чем заключается эффект опоссума? Он начинает мелко трястись. Вот трястись, да, и вот этот вот тремор, ну, снова его оживляет. Вот как ни странно, вот переключение сознания с блокирующей установки на активирующую происходит вот, ну, каким-то таким похожим образом. Вот человека, знаете, вот иногда вот надо в чувство привести, да, вот мы его встряхнули, да, ну, в таких крайних случаях. А здесь вот эмоция такая сильная, что она вот встряхнула его. И вот эта вот стряска, она раз и включает вот какой-то механизм, да, оздоровления. И все, собственно говоря. Ну вот если это случилось, то дальше уже ничего никому делать не надо. Ну как-то тело поняло, что ему делать. Римма Павловна, а с какими чаще всего неправильными, да, скажем так, установками или вот внутренними проблемами, которые не дают женщине забеременеть, обращаются клиенты? Чаще всего какие? Ну, я так два ответа дам, да. Во-первых, там, с какими неправильными установками? Ну, нет неправильных или правильных установок. И те, и другие, они хорошие. То есть блокирующая установка, она может быть для деторождения блокирующая, а для чего-то другого она активирующая. То есть мы не используем здесь оценки правильный, неправильный, угу. Плохой, хороший. Угу. А вот блокирующая, это она блокирует деторождение. А другие какие-то вещи, она, ну, наоборот, как-то помогает человеку, и она не просто так поставлена, да, она там стоит для, ну, какой-то другой важной задачи, которая вошла в противоречие с задачей деторождения. Вот какие блокирующие установки? Абсолютно разные. Вот я могу привести пример, но он вот касается одного единственного человека. У каждого человека будет свой пример. Вот, допустим, приходит клиентка и говорит, что у нее яйцеклетка не созревает, не отделяется, там, не идет куда ей там положено, да, по своим путям, а она вот как будто бы прилипает к яичнику, и это похоже, как если бы вот рис пригорел, и он прилип там к сковородке. Вот я слушаю это внимательно, и когда я слушаю это, у меня возникает образ, на что это похоже. Вот она говорит, там, рис прилип к сковородке, да, ну, то есть нечто, что должно созреть, отделиться и пойти в свою жизнь, оно... Не сделала так. И я спрашиваю, на что это похоже в твоей жизни? И выясняется, что это похоже на то, что она тоже в чем-то не созрела и не отправилась там заниматься своей жизнью, а она продолжает заботиться о своем папе, ну, который живет один, который непутевый, там, выпивает, и она продолжает с ним, как с ребенком, водиться. То есть она его, по сути, там, усыновила. Да? И вот как только мы находим вот это сходство, вот она блокирующая установка, вместо того, чтобы созреть, создать свою семью, родить детей и заботиться о них, она продолжает сопровождать папу. Да? Ну, то есть попутала статусы. Ну, вместо того, чтобы быть ему дочерью и заниматься своей жизнью, она становится ему, ну, такой функциональной матерью. Вот такие вещи, смешение порядков, когда человек перепутал роли,
вот как правило, являются причиной бесплодия. Абсолютно у всех они разные. Каким-то образом их стандартизировать, как-то вот их мне предлагали как-то сделать такую, ну там, машину, которая будет диагностировать и помогать. Я не знаю, как это сделать. Ну, не пытаюсь. Вот я показала книжку свою. Вот в ней описано 34 случая. Они абсолютно все разные. Все 34 случая. Как их систематизировать? Ну, как-то я их систематизировала. Когда человек прочитывает эту книгу и приходит ко мне на прием, ну, иногда, вот когда повезет, говорит, о, мне вот один рассказ откликнулся. Ну, отлично, откликнулся, значит, вот будем работать с этим. Значит, вот что-то похожее встретилось. Ну, угу. Когда похоже, мне неинтересно работать. Мне интересно разные задачи решать, как угу. психотерапевту. Угу. В вашей книге, когда я читала вот те случаи, описанные вами, да, я видела действительно много историй. И для меня, например, как для читателя, сложилось ощущение, что все равно некая какая-то классификация вами создана. То есть есть женщины, которые просто боятся беременности, того, что они не выносят ребенка, того, что рожать страшно. Есть там, я видела женщин, которые, как вы сейчас сказали, еще не зрелые, не готовы на самом деле в силу нерешенных внутренних конфликтов или там отношений с близкими к рождению детей. Третья группа была женщин, которым на самом деле важнее карьера и постановка себя в социальном мире. И вот вы помогаете женщинам разобраться вот в том, что внутри, что из чего, собственно говоря, и состоит, что из себя представляет этот барьер. Как-то страх, но он у всех страх есть. Рожать все боятся, это нормально, это не помеха. Ну, как бы боишься и рожаешь. Да? Беременеть все боятся, ну, беременеть как-то. Это не помеха. Помеха – какое-то противоречие в сознании, противоречие. Вот, ну, боятся же все, да? Ну, как там, бабы каются, девки замуж собираются. Ну, через страх никуда не деть. И ни в коем случае психотерапевт не убирает страх. Если его убрать, человек не выживет. Страх помогает нам адаптироваться. Без страха мы будем дезадаптивны. Mm-hmm. Вот, ну, не это является барьером. Ну, там, допустим, человек карьеру больше любит, чем детей, и при этом обращается к психологу, ну, хочет забеременеть. Ну, я спрашиваю, как он собирается это противоречие решить, как он будет совмещать. Ну, вот проясняем это, как он будет делать и то, и другое. Ну, то есть порождать и в плане профессии, карьеры, порождать в плане, ну, давать человеку жизнь. Ну, как-то эти вещи, они же, ну, похожи в чем-то. Чтобы мы не породили, потом надо об этом заботиться, да, давать этому жизнь. Uh-huh. Вот. Я задаю вопросы человеку, клиенту до тех пор, пока, ну, я не пойму его, и он не поймет себя. Ну, как-то вот понял, да, пережил вот это эмоциональное потрясение. Uh-huh. Все, задачка решена. Дальше уже никому ничего не надо делать. Дальше природа сама все делает. Uh-huh. Uh-huh. А что происходит в момент, вот в организме женщины, когда вот это вот противоречие существует? Вот что блокирует тело, что не происходит? Или что происходит? Ну, это не ко мне. Угу. Вот медики хорошо знают, что там в теле происходит. У них есть микроскопы, там, да, ну, там аппаратура всякая, там УЗИ и так далее. Я не вижу, что происходит в теле. Я не вижу, что происходит в сознании. Ну, никто не видит, что происходит в сознании. Ну, наверное, ясновидящие есть. Нет, к сожалению, не обладаю такими навыками. Вот чем я работаю? Я слушаю речь человека. По первому образованию я филолог, по второму – психолог. И вот как-то мне вот на этом стыке, ну, я еще написала книгу в переводе с марсианского, да, вот я умею переводить с марсианского. Я слушаю, что в речи не так. Ну, вот что в речи не так, я способна слышать. И вот когда я слышу это противоречие, я обращаю на него внимание, и мы начинаем, ну, как-то вот фразу выстраивать так, чтобы это противоречие не было. Это в психологии называется неконгруентность. Да? Вот как только речь стала конгруентной, ну, значит, в теле и в сознании все исправилось. Дело в том, что, ну, вот этот великий принцип духовный, что вверху, то и внизу. Вот что в сознании, то и в теле. И наоборот, что в теле, то и в сознании. Вот я только по косвенным признакам могу судить, чего там такое в теле происходит. Как правило, люди сами рассказывают, что у них там в теле происходит. Им врачи уже все до меня рассказали. Спасибо им большое. Как-то мы вот в таком содружестве они продиагностировали, а я уже делаю коррекцию на основе этого. Звучит дико, да. Психологи работают такими инструментами, которые
Для непсихолога это очень странная вещь. Как это работает? Ну вот рассказываю, как могу. Звучит, ну, как будто там, я не знаю, там баба-яга в избушке вот чего-то там варит, какое-то зелье. Похоже, да. Ну вот так это работает. Тема сакральная и методы сакральные. В каком-то смысле. Но этим сакральным методом психологов учат, эти методы отчуждаемые, то есть их можно передать от одного человека другому, и он ими овладеет, и это будет работать. Как бы это странно ни звучало, это все подходы, они описаны. Римма Павловна, а вы замечали, что у мужчин и у женщин разные отношения, вот, ну, как бы, если они пара, разные отношения к проблеме? Да, у меня в книге есть глава под названием «Мужской фактор». Вот поскольку я женщина, то у меня очень сильные эмоции по этому поводу, ну, такие отрицательные, то есть возмущение. Вот это связано с тем, что, допустим, вот мужской фактор – это когда от мужчины зависит бесплодие. Ну, то есть женщина фертильна, а мужчина, ну, по какой-то причине, ну, самая такая частотная, там, неподвижные сперматозоиды. Да? Вот. И тогда вместо того, чтобы мужчине прийти к психотерапевту и взять консультацию и каким-то образом там, ну, пошевелить, да, ускорить вот эти вот неподвижные сперматозоиды, вместо этого он отправляет жену на ЭКО, здоровую совершенно. Вот. И меня это возмущает, потому что вот посмотрите, как похож паттерн. Неподвижные сперматозоиды, да, ну, под лежачий камень вода не течет. Неподвижный мужчина, типа жена, иди, решай мою проблему. Да? Вот он паттерн, похоже. Вот мы ищем вот эту похожесть паттерна, вот этого шаблона поведенческого. Тело или какие-то части тела, ну, там, клетки ведут себя абсолютно так же, как человек. Вот если мы увидели, что там в теле неправильно себя ведет, да, ну, неправильно, я в кавычки беру эту оценку, вот мы понимаем, какой паттерн у человека. То есть ему, как только он поменял этот паттерн, ну, тут шаблон свой поведенческий, то в теле тоже изменения происходят. Вот происходит это, ну, я не знаю, вот по какой причине, да, ну, вот каким-то образом синхрона, да, принцип синхронности, который открыл Юнг, что снаружи, то и внутри. Вот он работает в психотерапии. Вот мне интересно еще вот по поводу встряски. Вот опять-таки в вашей книге я прочитала про пару, которая, два научных работника, помните, которые пришли, рассказывали, Берна, вы приводите историю Берна, да? Милтона Эриксона. Эриксона, где они, ну, говорят правильным языком, а на самом деле для того, чтобы им забеременеть, им нужно было просто расслабиться и не и получить удовольствие, да, вот в прямом смысле. Да, и Милтон Эриксон, чтобы вызвать вот это потрясение, он взял разрешение, что он будет работать с ними одну минуту шоковым методом, и когда, ну, не сказал каким, и когда они ему, да, сказали, что для зачатия мы готовы пожертвовать всем чем угодно, он оставил их на некоторое время, потом зашел и одну минуту говорил речь. Ну, он употребил такое слово, которое потрясло этих двух научных работников. Ну, там, легко подставьте любое ненормативное слово, которое потрясет научных работников. Ну, вот после вот этого слова там, «идите и любите друг друга», да? Ну, только это вот нецензурно. Вот, после этого было условие, что они до дома должны молчать. До дома они молча доехали на машине, зашли, успели только дверь закрыть, и, наконец, они отдались любви, а не... соитию ради получения потомства. Потому что зачатие ребенка – это природный процесс, с одной стороны, а на уровне эмоций – это любовный процесс. Это когда две клетки и два человека, мужчина и женщина, хотят соединиться. Вот мы плавно переходим к теме ЭКО, да? Вот, как я к нему отношусь. Как бы я к нему ни относилась, ну, отношусь я к нему, с одной стороны, как к способу сделать невозможное, да, для тех пар, которые органически не могут, ну, там, допустим, трубы там, у человека, у женщины не пропускают яйцеклетки, да, ну, ничего нельзя сделать. Или там, даже яичники удалены, да, там, замороженные яйцеклетки. Как бы я ни относилась, к этому там плохо-хорошо, это опять оценки, есть один момент. Вот в этом таинстве, в этом соитии, в этом сакральном опыте участвует третий. И осуществляет он не вот это вот любовное стремление двух человек, там, двух клеток, да, а является третьим лишним. Я очень внимательно отношусь к идиомам, к устойчивым выражениям, к пословицам, поговоркам, потому что в них сконцентрирована мудрость человечества. Вот третий лишний
Вот какой это третий лишний? Это третий решает, соединять клетки или нет. Сами клетки не соединяются по какой-то причине, да, ну, естественным путем. Вот психологи ищут ответ на вопрос, почему не соединяются, вот что мешает контакту. А медики в этом смысле не спрашивают, что мешают, они вот насильственно соединяют, и тогда в основе соити лежит не любовь, а насилие. Вот в этом смысле, как психотерапевту, мне не то, что сложно согласиться, не я принимаю ответственность за вот это насильственное соединение, а клиенты. Но если меня спрашивают, то я говорю об этом. Римма Павловна, а как предыдущая родовая семейная история женщины или мужчины может повлиять на возможность забеременеть? Ну, в родовой системе есть передающиеся из рода в род, из поколения в поколение сценарий. Ну, есть сценарий. У некоторых даже, знаете, вот если спросить детей, я работала когда со школьниками, вела у них, господи, этика и психология семейной жизни, да, вот в старших классах. Это был такой предмет. В 90-е, что ли, годы было, в 2000-е. И вот когда мы начинали говорить про семью, про деторождение, и я задавала вопрос, там, какие ожидания, как правило, дети говорят, там, я хочу там, девочку, или хочу мальчика, или хочу троих детей, или там, мальчика и девочку. И всегда это, ну, там, в 99 случаях это совпадало с тем, что ребенок имел в собственной родительской семье. То есть вот этот сценарий, он работает неосознанно. И мы неосознанно делаем то, что делали наши родители, а родители неосознанно делали то, что делали в их семьях и так далее. Это работает, разумеется. И бывают такие сценарии, которые ну, просто несовместимы с деторождением. Вот. И тогда эти сценарии нужно осознать, во-первых, ну, то есть увидеть, начать видеть этот сценарий, что я его бессознательно повторяю. А потом, если не согласен, поменять его. Ну, поменять очень сложно, потому что если я меняю сценарий, то я, ну, как бы символически там, предаю своих предков, да? И вот нужно каким-то образом так поменять, чтобы при этом не предать предков. Ну, то есть, по сути, ну, по-крестьянски так говоря, там, я люблю вас, да, ну, а жить буду вот по другому сценарию, там, потому-то и потому-то, да? Ну, то есть найти вот этот консенсус. Вот тогда вот такая работа психологическая предстоит с клиентом. Ну, почему мне очень нравится, вот я сама, когда читала книгу, я и плакала бесконечно, да, вот просто слезами умывалась, как, не знаю, как крокодил. Я ее писала со слезами, умывалась. Да, это чувствуется, и я просто читала и понимала, что, ну, мои личные выводы были о том, ну, кроме всего вот этого понимания процесса, понимания еще того, насколько такие книги нужны, потому что они о тех сакральных знаниях, которые мы теряем, потому что у нас в какой-то момент нарушилась связь вот этих поколений, ну, я как бы в целом говорю, вот есть такой момент, очень мало семей, по моему опыту, ну, из тех, что я, с теми, с которыми я общалась, в которых передаются бережно знания из поколения в поколение, в которой есть вот эта вот сцепка, связка, крепкое понятие семья, и в которой есть некое вот это вот семейно-родовое благополучие. Мы в такой стране живем, в которой история очень драматичная, и много было факторов, способствующих вот этому прерыванию. Возможно, как вы считаете, вот эта историческая память может быть причиной в том числе и вот этого психогенного бесплодия? Ну, разумеется, в книге описан случай. Случай о том, как одна из женщин, ну, в роду, да, там, во время голода в Поволжье, там, избавилась от ребенка, потому что она понимала, что если она оставит ребенка, то погибнут все. Да? Ну, вот так вот это она сделала. И вот этот паттерн передался следующим поколениям. И вот пока мы его не осознали уже, вот в этом современном изобилии, да, сейчас уже от голода очень трудно умереть. Вот пока женщина не осознала, пока она не воздала должное, да, вот этот низкий поклон, то есть не осудила эту женщину, там, бабушку свою, а поклонилась ей в пояс, что вот так она спасла свою семью, а она не смогла забеременеть. Ну, самое смешное, что когда уже книга была написана, выяснилось, что когда женщина делала вот эту сессию, уже она была беременная. Ну, то есть не знала просто на маленьком сроке. Вот это так забавно, я заметила такую закономерность, тоже, может, это не закономерность, но я заметила, что некоторые мои
клиентки, когда они уже вот дошли до меня, как до психолога, они уже имели такой маленький-маленький срок, не зная об этом. И что здесь работает? Вот как только человек принял решение, вот, ну, там, пойду, да, и вот изменю сознание. Сознание как-то слышит их, ну, там, ну, молодец, да, вот тебе награда, все. Вот были такие случаи, да. Первый шаг к достижению успехов уже сделан. Да, как бы да, это уже да. Некое отпущение ситуации, признание. Ну, пойти к психологу, это не просто, это очень, очень такое сильное решение. То есть я иду изменять свою жизнь. Это не просто так пошел, там изменил установку. Получается, что глобально мы говорим вообще о том, как женщина должна подходить к вопросу, ну, не то, что должна, а как правильно, или, ну, это тоже оценка, как женщина должна подходить к вопросу зачатия, да? То есть даже если... А вот трудно, да? Трудно да. говорить. Вот да. без должна, да. без хорошо, плохо, да? Угу. Правильно, неправильно. Вот эти слова, вот я говорила про речь, я очень внимательно слушаю речь. Как только появилось в речи женщины слово «должна», ну, это принуждение, насилие, да, там правильно, неправильно, ну, это кто-то установил правила, ну, кто? Она сама устанавливает правила в своей жизни, да, это очень важно. Вот с этим, это и есть работа, вот со словами, с установками, ну, ладно, и в чем вопрос, без должна и правильно? Ага. В том, что вопрос бесплодия во многих случаях вообще бы не существовал, если бы понимание того, как, что такое зачатие, его сакральности, его вот, обережности отношения к этому процессу был бы у нас вот создан нашими предыдущими, да, поколениями. Может быть, действительно вот этот процент он бы становился меньше. Это пока не вопрос, а комментарий скорее. Вот, я теоретически согласна. Но вот опять-таки обратимся к народной мудрости. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот мы говорим ребенку, там, обуйся, оденься. Ну, я в Сибири, да, у нас сегодня минус 24, там, надень шапку, варежки, иди. Пока он не простудится, ничего он этого не сделает, он будет, ну, делать так, он будет есть снег, да, он будет идти, там, в красивых кроссовках, а не в валенках и так далее. Вот то же самое, только на своем опыте, только через страдания. Вот опыт, сын, ошибок, трудно, сказал гений. Вот говоря про то, как правильно и как надо, да, и как должен, и говоря, как в жизни, это две большие разницы. Когда вы говорите про опыт, у меня в память приходит ваша книга, опять-таки, про пробуждение спящей красавицы, где вы говорите об инициации. И я бы хотела, чтобы вы вот с этой точки зрения бесплодие тоже немножко раскрыли, да? То есть, ну, про женщин, которые не прошли какие-то стадии своего развития. Ну, вот если говорить про такую абстрактную женщину, uh-huh. ну, там, вот сказочную героиню, вот uh-huh. что должно быть с ней? Вот она была девочка, потом она стала девушка, потом она вышла замуж, стала женщина, родила, стала мать, потом она вырастила детей, там стала, кто там, бабушка, и вот она стала мудрая и стала наставница. Вот это такая вот схема такая правильная, да? И вот... переход из каждого одного звена в следующий, он нуждается в такой трансформации личности. То есть что такое трансформация? В старом качестве умираешь и возрождаешься в новом. И вот эти трансформации, которые в психологии называют нормативный кризис, они очень тяжело переживаются людьми. В чем тяжесть? Вот как Юн говорил. Ну, очень тяжело идти вперед в неизвестное. И вот если человек хочет что-то меняться, каким-то образом. Он идет назад, а не вперед. Вот, допустим, женщина там вышла из детородного периода. Все, она уже не красавица, да, уже мужчины там не обращают внимания на нее, там не подают руку в транспорте общественном. Что она делает? Вместо того, чтобы идти в наставничество, там, в бабу-ягу, в ведьму, да, ну, вот там в шаманку, она старается назад идти, она же знает, что там делать, да, она же там была, там легко, она начинает молодиться, делать пластические операции, там, ну, там, и т.д. Вот. Это неправильный путь, это путь задом наперед. Идти всегда надо вперед, и причем, опять-таки, обращаемся к народной мудрости, вот, к идиомам. Иди туда, не зная куда, и найди то, не зная что. Вот инициация – это иди туда, не зная куда. Это очень трудно, потому что, ну, не знаешь ты, зачем туда идти, что там искать. Вот что там в старости искать интересного, кроме смерти? Поэтому книга
пробуждение спящей красавицы, посвященное вот этим инициациям, вот этим вот переходам, вот этим трансформациям, когда надо сделать вот такой духовный кувырок через голову, она очень сильно перекликается с книгой «Как дела еще не родила», потому что «Дети рождения» — это трансформация, да, это «Иди туда, не знаю куда». Пример приведу. Подавляющее большинство моих клиенток, которые приходят с диагнозом бесплодия, они согласны стать матерью, ну, как согласны, не то чтобы им кто-то предлагал, да, там, внутри себя, если ответственность за ребенка возьмет мужчина. Но статистика совсем другая. Вот разводов так много, что в некоторых городах я смотрела статистику, там 80% разводов. Вот что это значит? Это значит, ребенка ты заводишь с одним, растишь ты его либо с другим мужем, либо вообще без мужа, да, мать-одиночка. Это статистика, это факт. Поэтому вот если я собираюсь стать матерью, мне надо внутри себя согласиться на то, что, возможно, мне придется одной ребенка растить. Это очень трудно, понимаете? Вот это и есть трансформация личности. То есть нужно согласиться на что-то такое. Я не знаю, будет это или нет. Хорошо, если не будет. Хорошо, если я попаду в 20%. Ну, 80-то больше 20. И вот если женщина согласна, во что бы то ни стало, что бы ни случилось, или там, допустим, там, ребенок будет там, нездоров, там, с синдромом Дауна, да? Согласна или не согласна женщина с тем, что будет такой ребенок? Согласна она оставаться рядом с ним? Это очень сложные вопросы. И вот согласие на это и есть такая трансформация, инициация. Это как в сказке «Морозко». Там, тепло ли тебе, девица? Тепло, красавица? Да, тепло, батюшка. Там, я согласна на смерть. Угу. Ну, это не всем нравится, правда. Но зрелость и взросление заключается как раз в согласии пойти туда, не знаю куда, и испытать то, что Бог даст, то, что жизнь даст. Опять-таки, с учетом того, в каком достаточно комфортном времени мы сейчас живем, вопрос инициации встает острее. Ну вот если раньше мы жили в стране, где, ну или там кто-то до нас жил в стране, где была проблема выжить, да, семьи создавались в том числе с целью, чтобы выжить, то сейчас цель семьи как бы вообще непонятно какая. И тогда цель рождения ребенка, да, какая? Я хочу для себя что? Игрушку? Я хочу для себя что? Как сказала какая-то психолог, я, к сожалению, не помню фамилию, она сказала, я приняла очень много семейных пар, и никто из них не ответил, не услышал я ни разу тот вопрос, зачем вам ребенок, который я бы хотела услышать. Ну вот все, что угодно, только мне. Интересно, какой она хотела. Я тоже задаю этот вопрос, зачем вам ребенок. Я слышу ответы, они всегда такие наивные. Это вот идти туда, не знаю куда. Угу. Ну, как правило, ребенок нужен для себя, для решения какой-то своей проблемы. Да и слава богу, пусть он будет такой ответ. Лишь бы это же никак не нивелирует ценность того, что ты даешь жизнь другому. Пусть там под любой подливкой, да, под любым соусом, дайте эту жизнь. Там разберется уже ребенок, как ее эту жизнь проживать. Ну, вот я помню Максима в высказывании на эту тему, он сказал, что ребенка, это его мнение, конечно, ребенка мы рождаем для мира. Не для себя, для того, чтобы вот дать ему жить и вытащить его. Ну, ни одна женщина не пойдет ради человечества как-то это делать, да? Для мира-то для мира. А растить-то она его будет, а спать-то ночами она не будет, да? Мужская точка зрения. У нее грудь будет болеть-то от того, что молоко распирает. Для человечества. Пусть другие для человечества страдают. Нет, каждый рождает для себя, для своих каких-то, эгоистических целей, да? И, наверное, это хорошо. Вот. А в результате мы получаем, человечество продолжает существовать. Не факт, что там, это очень хорошо, да, и не факт, я не очень согласна, что сейчас как-то легче жить и что сейчас выживать не надо. Мне кажется, вот экологию, которую мы создаем, она такова, что в ближайшее время, например, когда у нас леса горели, непонятно, куда с планеты деваться. Ну, вот оно горит, да, дышать нечем. И где воздуху взять? Я не уверена, что... как-то раньше вот так же было, а вот сейчас вот так есть. Всегда, в каждое время есть свои сложности какие-то. Если женщина прошла процедуру нескольких сеансов, у нее вот этот эмоциональный всплеск случился, что происходит с ее организмом?
Ну, все, он способен к зачатию, как правило, в течение там, ближайшего месяца, там, в ближайшую овуляцию она беременеет. Вот. А, ну, я же не слежу за своими клиентами, я не получаю от них обратную связь. Ну, многие высылают через 9 месяцев фото ребеночка, там благодарят. Ну, не все. Ну, вот как я понимаю, что случилось? Ну, во-первых, я сама чувствую это. Вот, ну, как-то состоялась вот эта инициатическая сессия, да, вот этот вот, опоссум там протрется или нет, или нет. А, чувствую это, ну, по своему контрпереносу, да. Вот если у меня внутри тоже так, фу, выдохло, вот теперь все хорошо, порядок навели. Ну и все, я больше об этом не беспокоюсь, отпускаю, и все, там дальше без меня природа все сделает. Это приятно, да, Римма Павловна? Расскажите, вот ощущения свои, когда вы эту фотографию получаете? Ну, это и есть награда. Ну, вот как-то там, я благодаря тому, что обладаю вот этим инструментарием и могу его давать, ну, как-то тоже причастна. Я понимаю, что не я это делаю, а делает она, природа и Господь Бог. Ну, все-таки как-то я там вот тоже там как-то стояла, подавала инструменты. Римма Павловна, возвращаясь к началу нашего диалога, когда вот мы говорим о том, что женщине поставили диагноз врачи на бесплодие неясного генеза, и чаще всего они сейчас сами прямо отправляют к психологам, идите туда. И вот женщина, ну, да, дошла. Женщина приходит, говорит, у меня бесплодие неясного генеза. Я тут же делаю рефрейминг. Рефрейминг – это когда мы переставляем слова, оставляя тот же смысл, но только со знаком плюс. Да? Вот бесплодие неясного генеза – это минус. Да? Я говорю, то есть ты здорова и способна к деторождению. Это то же самое, я сказала, только со знаком плюс. Фантастика. У женщины такое зависание, так... Ну, это правда фантастично звучит, потому что у меня бесплодие неясного генеза, это много трагедий, потому что, можете, ну, представляем, да, сколько она обследований прошла, сколько раз ее смотрели, посылали и денег, ну, и да, нервов. И каждый раз у нее не нашли патологии. Да, и вот в результате... Ну, вот то есть здоровый рожать может. В результате рефрейминга говорит, значит, вы здоровы, можете рожать. Значит, ваш организм с биологической, с физиологической точки зрения к этому готов. И вот здесь начинается чудо. В общем-то, может начаться, если она решит пойти туда, да? Ну да, вот сложнее работать с теми, где медицина уже там потрудилась хирургически или там с помощью там, таких лекарств, что уже необратимо, да, там вот и... Вот тут уже сложнее, ну, когда уже органически не может женщина родить. Ну, все равно какие-то же вещи мы находим. Но даже когда совершенно человек не может биологически родить, он может установить ребенка как своего собственного. Это же тоже выход из положения. Наконец, я вот не считаю, что есть какие-то плохие выходы. Поскольку сейчас планета перенаселена, может, в нашей стране там как-то демография и низкая, да? Но вот в плане... общепланетарной ситуации. Ну, как-то хватает людей, нам уже скоро ресурсов не будет хватать. И, в общем, как-то вот я думаю, что сознание человечества в ближайшее время, там, в течение 1-2 поколений должно перестроиться и как-то начать меньше рожать. И тот, кто не будет рожать, ему премию должны выдавать. Какую перестройку сознания нужно произвести? Mm-hmm. Что я не единственный, кто продлевает человеческий род. Что мы все в одной лодке, что мы все вместе, человечество, мы едины, что не я только это делаю. Там не я родила, ну ладно, другие родили. Другие дети так же ценны, как и мои собственные. Ваша фраза после рефрейминга о том, что значит ты здорова и можешь рожать детей, она звучит как такая вот глобальная рекомендация всем женщинам, которые, ну, чтобы они не ставили на себе крест после того, как им поставили такой диагноз, и не бежали бегом на ЭКО. И, может быть, у вас еще какие-то есть пожелания для женщин, вот, находящихся вот в этой группе? Ну, я очень уважаю свободу человека, и человек свободен, он может бежать куда угодно, к психотерапевту или на ЭКО, ну, куда захочет, туда и пусть бежит. Я за то, чтобы у него были выборы. Дело в том, что вот чтобы не выбрал человек, ну вот как Милтон Эриксон говорил, человек всегда выбирает, делает лучший выбор из того, что у него есть на данный момент. Вот когда я писала книгу, я сказала, вот еще один выбор, он у вас есть, можете им не пользоваться, но знаете, что он у вас есть. Ну это то, с чего мы начали. Да? Угу. Там, не говорите, что вы перепробовали, все. Угу. Вот это еще не пробовали. Ну, наверное, мы на этом завершим наше интервью. Римма Павловна, спасибо вам большое. У каждого человека должен быть выбор, и приведу еще раз слова Милтона Эриксона о том, что все, что не делается в этот момент, вы делаете наилучшим образом для себя, и делаете его. Спасибо за внимание.
С вами была передача «Фокус на человека». В студии работала Наталья Ежова. Всего хорошего.